В случае граждане любители ноутбуков или так макбуков, и сразу прошу не бить меня, если на улице меня увидите, потому что сегодня будем распаковывать MacBook Pro 2018. Кому интересны подробности, ой, блин, тут же эти секретные всякие, что их коды. Короче, здесь еще в интернете посмотрите. Вот, я попросил дочку помочь распаковать, потому что я сам боюсь таким вещам прикасаться. Вот. У нас уже, честно говоря, неделю лежит здесь. Я всю упаковочку экономлю, но мне дочка говорит: пап, ты что, сколько еще будешь? Давай распаковывай. Вот мы, короче, решили распаковать. Ну, все, пленочки, конечно же, заводской, никакого обмана. Сейчас посмотрим, что там в коробке. Просим прощения за заминочку. Вот блок питания. Ноутбук. А ну-ка, дай-ка я потрогаю хотя бы. Ну, какой легкий, как пушинка. Мой планшет этот тяжелее. Ух, ну фига себе. Ну, отражение не хочу, чтобы это мое лицо. Ты мне побьются этой мытью. Какие кнопочки. О, о, яблочко. Круто. Ну ты что тоже снимаешь? Ах ты гад. Ты, блин, я в кадр могу попасть из-за тебя. Ну, я думаю, это уже все, это уже не боксинг, это уже будет демонстрация там. Этого полно уже на YouTube. А вот что-то в коробке, давай еще посмотрим. Все-таки у нас распаковка, а не обзор. Так, это вот блок питания. Выговорить не могу, какое сложное слово. Блок питания. Проводочек. О, как, кстати, говорят. О, все что ли? Все что ли? А тут что у нас? Какие-то, блин, книжечки, блин, фу, в нашем веке что ли? Книжек не начитались. Все. Ну, короче, на этом все. Всем спасибо, что дотерпели, досмотрели. Спасибо.